Доброе утро всем, кто смотрит нашу программу. Каждое воскресенье мы встречаемся с вами, чтобы рассказать и показать вам тех детей, которые все еще живут в детских домах и которые все еще надеются, что мама и папа обязательно их найдут и заберут домой. Давайте познакомимся с героем нашей сегодняшней программы и посмотрим сюжет о нем. Действительно, наш Ваня замечательный мальчик. Добрый, веселый, общительный. Наш Ванечка чрезвычайно доверчив. За вниманием и лаской он обращается практически к каждому. Легкость и мягкость характера позволяют Ване быстро наладить контакт с детьми и взрослыми. Но честно вам скажу, что Ваниной уступчивостью иногда пользуются дети, когда просят обменяться игрушкой или ролью в игре. Когда Ваня был маленьким, он очень стеснялся выступать перед ребятами. Но Ваня вырос, вкусил актерской славы и теперь с большим удовольствием исполняет предложенные роли в детских спектаклях. Знаю, Седя, зверь могучий, и в лесу вокруг не круче. Рано по утрам встаю и зарядку делаю. По деревьям ложу ловко, где хорошая сноровка. Я собой весьма хорош, и силен я, и пригож. Наш Ванечка обожает, когда его хвалят, и ставят пример другим ребятам. Но для этого ему нужно очень много заниматься. На занятиях Ваня у нас активный, внимательный, задает много вопросов. Ваня любит выполнять игры на развитие логики. Наблюдательность и усидчивость помогают ему четко выполнять правила игр. Все получилось? Угу. Все. Эта игра, да, Ванечка, помогает нам посмотреть, из скольки частей можно составить какую-то геометрическую фигуру, конечно. Наш Ванечка развивается в ритме современной жизни и овладевает навыками работы на компьютере. Он умело пользуется мышкой, уверенно называет изображенное на экране. После чего появляется радуга. После дождя. Да включи дождик, пожалуйста. Хорошо, потом появляется... Солнышко. Давай. Хорошо, а потом появляется радуга. Зажег первый огонек. Хорошо, какого цвета с первой огонек? Красная. А еще наш Ваня любит дежурить в уголке природы. Он с нетерпением ждет своей очереди. Сегодня воскресенье. Сегодня пасмурно. Дует слабый ветер. Без осадков сухо. Есть профессия, которая привлекает нашего Ванечку. Это профессия спасателя. Только сильный и смелый человек может быть спасателем. И Ваня стремится быть таким. Ну а пока мечтать о будущем ему помогает любимая игрушка – пожарная машина. Повал случился, дети взяли огонь в руки. Детям огонь, детям не игрушка. Может сгореться дом и произойти пожар. Ване уже 6 лет. Осенью он пойдет в школу. И я очень надеюсь, что в этот новый, волнительный период жизни Ваня войдет не один, а за руку с заботливыми и любящими родителями. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети.
должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Хочется пожелать нашему герою, чтобы долгожданная встреча с его родителями произошла как можно быстрее, и чтобы эта встреча сделала счастливыми всех членов его семьи. А наш традиционный подарок от телеканала ОНТ и программы «Пока все дома» пусть всегда напоминает об этой встрече, когда они все вместе будут собираться по утрам за семейным уютным чаепитием.